Так, утро начинается у меня с подбора кода на чемодане, потому что я его не помню. Точнее, не знаю, оказывается. И вариантов всего лишь 1000. За сколько уложусь, посмотрим. Все оказалось намного проще. За 50 секунд я открыл чемодан. Но мне Галя помогла чуть-чуть. Сказала, от 600 начинай. Что, всем доброго утречка. Так, ну уже какой день в Москве? Какой-то день в Москве, неважно уже, считать даже не будем. Мы все время слоняемся по гостиницам, пока не нашли, где жить. В первую очередь мы, конечно, решили вопрос с боксом оперативно, потому что там, где мы рассчитывали быть, нас там, скажем так, поменяли условия, и они были абсолютно неприемлемы. План капкан на сегодня. Сотик 110 вчера уже отвезли в печатники. Сейчас везем сотика тоже на мойку и везем его тоже в печатники. И, в принципе, можно уже запускать наши тренировки. Так что в целом вы можете уже бронировать и заранее даты, время, потому что, к сожалению, оно там ограничено, и надо еще выбирать, выгребать. И так как у нас работа шла на премринге, уже не получится. Поэтому цените свое время и наше, и пишите заранее. Также у нас начались работы по Сильвии. Сильвию готовим, чтобы она была максимально готова, чтобы на ней принять участие в РДС Европа. Возможно, но не точно. Но возможно, но надо, чтобы она была готова. Также у нас на очереди Skyline Сереги Конькеева. Джамбика надо тоже подготовить, чтобы он был в порядке. У него там проблемы все-таки с электрикой большущие. Ну, короче, работа у нас кипит. Ну, а мы начинаем нашу движуху. Ну, главное найти, где жить, потому что в отелях жить уже устал. Хочется уже разложиться, все по полочкам. А еще самое главное, побриться где-то надо. Сообщили, что я мало сториз записываю, поэтому будем записывать много сториз. Почти каждый шаг. Так, сотик у нас загружен. Сейчас мы его на моечку весь отдраем. Красивый, нарядный. Отвезем в печатники. Так, Skyline у нас пока на отдыхе. Его пока не делаем. Ну, а в принципе он готов, он настроен. Там систему пожаротушения надо поставить. И все. И в целом тачка-то готова. Бампер вчера прикрутили. Поворотнички где-то лежат. Но ставить пока их не будем. Так, энгом займемся чуть попозже. А в первую очередь надо будет джамбику электричество сделать и контейнер собрать. Контейнер говорит, там чуть-чуть, коробочку только поставить. Чтобы вы понимали, кулера нету, коробки нету, стекла не прикручены. Там вот куча запчастей. Так, возвращаемся опять к Skyline контейнеру. Чуть-чуть собрать. Коробку только надо поставить. Турбина же не нужна. Ну, тут ничего не надо, видимо. Там еще шлангом на печке вопросы были. А где шланг и радиатор? Вот, ну, там все в багажнике. Смотрим, все в багажнике. Короче, нормально тут работает. Да, уже быстро собрать. Там коробка два дня. Два дня. Серый, через два дня, чтобы было готово. Запчасти, если все есть, можно будет попробовать. Так, ну а вот Сильвия моя. Так, здесь все готово, здесь все стоит. А, фильтрик надо поменять, только фильтра. По салону ничего не готово у нас. У нас ни сиденье не закреплено, проводка еще салонная, не срочно с ПДМом и так далее. Ну, с этим вопросики. Под капотом вроде все уже на месте. А, ну еще систему пожаротушения, естественно. Так, ну здесь вот так. Здесь, в принципе, все готово. Такое, машина теста. А, еще подвесочку надо будет. Ну, кулаки поставить. Здесь стоят максы. Максы снимем и поставим наши санвары. Ну и стекла надо установить. Сотика привезли на мойку. Есть у нас недалеко от бокса сама мойка.
самопылесос, ну и робот. Сейчас будем грязнючий, пылющий весь его отдраивать. Good morning. Good morning. Mr. West, Mr. West, Mr. Fresh, Mr. By himself, he's so impressed. I mean, me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar. Не прошло, точнее, прошло 3 часа. Мы приехали обратно на базу. А у нас уже еда ж светится, кнопочки горят. Ну, пока еще раз в тестовом, но... Уже работает, да? Ну, отлично. Пробираться по пробочкам нормально. Короче, полтора часа до печатников. Полтора часа обратно. И нормально. Эх, Москва, Москва. А у нас тут идет мозговой штурм. Все что-то вопросы в телефонах. Изучают. А я вот думаю, куда разместить ЭкоСамп. То, что на Сильвию мы поставим такую штуку. Ну, получается, разместил. Нет, надо вот так повернуть, чтобы красиво было. Все, на месте. Стоит, готово. Вот, смотрите, чудо расчудесное. Все само меняется. А лампочки загораются, вот. Ничего никто не тыкает, стоит в салоне никого нету. Чудо расчудесное. Лампочки загораются. Прям, блядь, наколдовали. У нас какая-то Феррари новая. Так это последняя, на Ламборгини больше похоже. Значок? Нет, это Феррари. Кто знает, какая Феррари? Коротко вам о расстояниях по Москве и передвижениях. А вот ключевой моментик. Пробка на 43 минуты. Понимаете, да? А как все так поменялось-то? Только что было 26 и солнце светило, и тут 13 и ливень херачит. Ёпрасте.